где-то там будет вставать солнышко, судя по красноте неба. Камера зарядилась до конца, так что все получается. Это как-то так. Но он готовится на завтрак, температура, но я не знаю. Около 5-7 градусов, хорошо, губа. Что сейчас такое? Ну что ж, собравшись за 1:20, мы выехали. Даже быстро. Вот такие вот горы встречаются на Четырдаге. Мы сейчас едем прямо по плато Четырдаг. Теоретически мы, конечно, нарушаем всякие законодательства природоохранные. Вот. Но мы очень торопимся и сказали, что в общем вряд ли нас поймают лесники. Да, в общем-то, есть тут дороги. Странное нарушение законодательства кататься по дорогам, которые есть. Кстати, которые не перекрыты. Для меня это немного странно выглядит. Вот. Так что едем спокойно. Все у нас будет. Едем смотреть две дикие пещеры. Вот такие вот провалы есть на плато Четырдаг. На самом деле, скорее всего, ведь это обвалы в пещер. Надо, конечно, уточнить у Энди, но я думаю, что это обвал в пещер. По-любому. Вот такие вот котлованчики. Ну вот, вроде как мы приехали к первой пещере. Какая-то такая тропинка пешая. Они идти вроде как 200 метров. Так что на самом деле похоже, что приехали мы куда-то туда. Плато Четырдаг. Мы пёхаем по нему, по чердаку Крыма. Центр спелеотуризма. Горный приют для посетителей пещер. Вот здесь раньше был. Понятно. А где-то там она, эта холодная пещера. Заяц. Ускакал, фига себе. Вот какая-то пещера. Вот мы прибираемся. Вот она. Тут кто-то стоит. Вот, да, это пещера 1000 голов. Бинбашкаба. Немного не та, но ладно. Что ж, темно. Чё? Как? Барбашкаба. Ага, правильно. Барбашкаба. Или пещера 1000 голов. Он самый. В общем, это оно. Так. Мы ее нашли. Пойдем на фонарик. Катастрофа. Да, я забыл хороший фонарик. Так что съемки будут с плохим. Что есть, то есть. Ух ты, что тут все скачет-то. Да, идет пар. Ой, ёлки. Фига тут так. Да, натеки есть. Кальцитовые. Даже видно. Так, смотрите, ход раздваивается. Налево и направо. Мы ушли направо. Запоминайте. Да, о. Какие тут. Сталактитики, сталагмитики маленькие. Ух ты, тут даже лестница сделана, смотрите-ка. Тут вырублена лестница. Ух, красиво. Че себе такие натяки. Ух ты. Да, красивый натек. Интересно, ох, мальчик сталактит. Ох, бабочки какие-то летают. Вообще зал-то не маленький такой, да. Да, смотрите-ка, большие сталактиты. Ух. Спят какая-то живность, комарики на воздушном шарике.
Ух ты. Вот тут никуда не уйдешь, тут тупичок. Дальше. Красота. О, какие натеки, вообще обалдеть. Я нашел тут ход дальше, выше вернее. Ух ты. Прям такие прорези. Забавные. Как будто, блин, вручную делали. Выше, все выше и выше. Все круче и круче и круче. О, где вы там? Что? Что нашли? Косточки. Косточки? Посмотрим сейчас. Запомните где? Да, все, здесь тупик. Сюда вижу, там тупик. О. Сталактитики, сталагмитики. Вот как-то так. В самом конце. Ну там, конечно, есть какое-то вентиляционное окошко. Но ни один нормальный сюда не полезет. Без снаряжения. Опа. Ух ты, летучая мышь. Здесь есть летучие мыши. О, туда залетела. Летучая мышь залетела туда. Вот она. Спящая летучая мышка. Почти как Саблина. Так что все тут есть, только другого вида, наверное. Ну, увидим на съемке, кто это. Кто это за существо такое. Жалко, фонарик, конечно, не очень. И запись будет не ахти, но пещера интересная. Ух ты, я грибы нашел пещерные. Ух ты, ничего себе тут грибочки. Вот эти. Грибочки непонятные, растущие без света. А вон те же опенки, которые мы уже видели, похоже, в других пещерах. Интересно. Вот зеленые. Такие-то. Хватаюсь за сталактиты 10-тысячелетней давности. Красота. Очень скользко. Угу. Достаточно. Нет, там ничего особо экстремального нет, но... А вот здесь вот какие-то косточки были. Покажите косточки мне, да, и идемте. Я там все заснял, там летучие мышки летают, и есть... Грибочки пещерные, красивые. Чем-то похожи, но не совсем. Да, большая пещера. Да, тоже непонятно. Ну, вот те большие нет. Не знаю, что за косточки. Может, тоже чьи-то доисторические. Ну, еще косточки, кстати. А это что, тоже косточка? Вот это, смотрите, это, по-моему, косточка. Нет? Или это камушек? Не знаю, на кость похоже. Вот кость рядом. Да, смотрите-ка. И вот косточка, видимо. Да. Не знаю, может, какое-то доисторическое животное действительно окаменело. Это кость. Вот мне тоже кажется, что это большая. Кость. Угу. Так что, возможно, тут даже есть какие-то доисторические животные. Ух ты, какая красивая. Да, вот за ней я ходил, за этими натеками там по верхотуре. Только камера даже не фокусируется с таким фонариком, блин. Да-то тут ход есть. Вернее, нет, это тупик все-таки. Вот такой прикольный тупичок.
Курник, что ли, куда-то идущий. Может быть, не знаю. Туда не полезу. Так. Да. Вот тут какие непонятные натеки. А давай. Мы в тебя верим, ты справишься. Ну, ты, конечно, смешная, не берешь. Брюки нормальные, солнце. Ты реально этим жжешь. Так. Тут ступеньки кто-то сделал. Ну, конечно, спасибо. Может, там и есть, конечно, какие-то проходы дальше, но мы о них не знаем. Ух ты, летучая мышка летает. Оп, оп. Я ее вижу. О, к вам летучая мышь. Ловите мышку. Видели? Угу. Да. Она к вам пролетела. Очень часто. Прямо над твоей головой. Какая? Буквально в сантиметре. Зачем ты это сказал? Идемте. Да, красотища. Вот он, выход. Вот он свет в конце туннеля. Соответственно, выход. Мы выходим из этой пещеры. Хочется цивилизации. Да, я уже. И только. Доброе утро. Угу. Похоже, скалолазы тут развлекаются, карабкаются по горам. Вот как-то так. Да. Ну вот мы пришли в лес, в котором есть пещера. Точно, она по GPS-у все сходится. Он нам кажет, что лесок тот. Но где находится пещера? Вопрос. Пещера холодная. Идем туда, по лесу. Вот тропинки. Ёлки зеленые. Вот, похоже, где-то здесь. Тут совсем все растоптано людьми. Наверное, тут будет вход. Точно. Вот он, вход. Ура! Мы нашли ее. Вот она. Да. Такая заныканная пещера-то, блин. Ты ее найди, называется, без GPS. Рехнуться можно. Тут можно час потратить на поиски без GPS этой пещеры. В общем, используйте GPS. Ну, в общем, да. Со всех сторон закрыто вообще. Не найди пещеру, когда она закрыта со всех сторон называется. Хрен найдешь, короче. Да, это пещера холодная называется. И вот мы сейчас уже с нормальным фонариком отправляемся на ее поиски. Все, у нас по плану было посещение вначале этой пещеры, а потом тысячи голов. Но из-за того, что мы промахнулись мимо нее. Так, вот Сук-Каба. Холодная пещера. Идемте вниз. Тут даже есть перильца. Они, кстати, даже не колются. В отличие от вчерашних перелез на Демирджи, да. Которые кололись. А там кололись? Да слушай, вообще жесть. Они построили из колючек перель. Вернее, они выросли колючими, эти перила. Ой! Да, офигеть! Ух ты! Красота! Да. Красиво. Нифига себе, тут пещерка-то, блин. Ого-го. Есть немножко леопардовых пятен. Это как нам вчера рассказывали места, где сидят летучие мыши. Да, фига себе пещера, блин. Я вот помню игрушки всякие, типа Обвили она там.
и так далее. Вот в таких пещерах обязательно тусуется дракон. Вот они так же выглядят, вот прям по центру сидит он, а за ним обязательно будет сундук. А в сундуке будет что-нибудь там поживиться, хабар какой-нибудь, короче. Вот. Ищем дракона и сундук, короче. Так. Вот так вот мы пробираемся в холодную пещеру. Аккуратно, Юрка, не бегать. По коридорам не бегать. Надо табличку повесить здесь. Ова-на. Эй, ёлки зелёные. Как же тут? Ну. Иди зигзугом противолодочным, Наташа, все получится. Красота. Да, большая. Воистину большая, огромная. Просто гигантская. Высота потолков, не знаю, баснословная. 30 метров. Может, больше. Ну, хотя нет, 20, наверное, 20-30. Около того. О, опять грибы. Я вижу грибы. О, такие же, как мы видели в этом. В общем, в наших пещерах в Ленинградской области у разных. Прикольные грибочки. Здесь тоже грибы растут. На деревяшках пещерные. Ого. Ого. Целый зал. Может и дальше проход. Не. Просто небольшой зал такой вот. С красивыми сталактитиками и сталагмитиками. Только чую, кто-то их поотламывал. Надписи, конечно. О, какой зал. Красиво. Да, прикольно. Вот такая красота. Видели там грибы? А вот там, где деревяшки. Вот на тех деревяшках. Ага. Еще закуточек. Фига себе тут. Да, дальше перегорожено сталактитиками со сталагмитиками. Все это дело. Прикольно. Ну и в самом деле холодная. Что-то тут не жарко. Красотища, да. Где тут лепота. Мы идем все глубже и глубже. Вон как далеко остался вход. Вот он. Только наши фонарики чуть-чуть чего-то освещают в кромешной мгле. Это считается типа горизонтальное. Ну, мы расшугали летучих мышей немножко. Да, летают целое стадо. Оп. Вон они. Роятся. Летучки роятся. Прикольно. Оп, ух ты. Прямо ко мне подлетело, да. Прикольно.
Красота, лепота. О, смотри, спит летучая мышь, по-моему. Это летучая мышь или нет? Фиг его знает, по-моему, нет, да. Да, вон они летают. Вот там вот. В общем, много их. Да. Ох, ты как летает-то вообще, да, козырно? Вот такие вот они, летучки здешние. Да, пещера грандиозна. Масштаб поражает. На Сюке, кстати, тоже. Опа! Это еще закуточек. Малюсенький. Да, тут проход-то далеко идет. Хе-хе. Даже не знаю куда. Что-то лезть не хочется. Ой, Юрка. Сходи на разведку. Ты маленький, тебе легче по-любому. Да. Держи камеру. Держи фонарь хороший. Сейчас. Давай мне свой. Для того, чтобы не потерять. И смотри, далеко ли туда можно уйти. Как оно, Юрка? Нет, там ничего нету. Тупик? Ага. Ой, какая красота. Блин, вот да. Вот здесь уже серьезные натеки. Вот здесь как там, как в мраморной. Или как в этом натеке. Понятно, что пообломаны все, конечно. Ну, может, тоже землетрясение, конечно. Вот такие вот натеки. Молока. Так. Да. Нет, ну высота впечатляет. Ух ты, смотрите, тут пещерные рисунки, обалдеть. Ну это как нам рассказывали современные пещерные рисунки. Снимали какой-то фильм тут, в этой пещере. И, собственно, для съемок фильма разукрасили пещеру первобытными рисунками. Ну смотрится, конечно, неплохо. Красота. Лепота. Да. Тайные письмена. Видите, какие фигуры с тайными письменами. О. Видишь, вон, папуасы. Угу. Солнышко и эти. Чингачгуки с оленями, да. Скачут. Это для фильма разукрашивали, конечно. Это не новое, современное. Как нам вчера девочка рассказывала, что типа для фильма делали. Снимали здесь какой-то фильм, но оно не мудрено. При таких масштабах, просторах. Ох ты, елки, посмотрите наверх просто. Угу. Обалдеть, да, смотрится? Вообще и высота, и это впечатляет, конечно. Красота. Вот это натек. Вот это миллионы лет, наверное, надо, чтобы от потолка натекло столько, да? Это вот все же сталактит получается, сталактит. Вот это все натекло сверху, это натечность. По сантиметру, да, в 100 лет.
Метр 10 тысяч лет, да? Вот этого. Триста тысяч лет, 400 тысяч, не миллионы, конечно, 300 тысяч. Да, в общем, тут немало всего. А смотрите, а там еще какой-то ярус есть. Ну, туда, конечно, не забраться без альпинистского снаряжения, но есть, видите, какой-то уступчик, да? Ох ты, красота-то какая, да. Обалдеть, конечно. Обалдеть. Пещера реально большая. Что тут скажешь? Гигантская. Не, у нас даже близко похожего нет, да? Посравните с нашим саблем, например, да? Или с этими вещами где-то. Это действительно сталактиты, натеки. Вау! Обалдеть. Тут закапывали могилу, я так и понял. Здесь кого-то закопали. И скрыли следы преступления. Да. Красиво. Ёлки зеленые. Такие вот натеки. Разноцветные. Вот. Как оно все капает, да? О, тут веревочка идет, кто-то боялся потеряться. Да, тут наверх. Реально проход наверх красивый. Давайте попробуем. Так, а что нет, тут даже ступеньки были вырублены. Тут вообще легко. Тут даже вырублены ступеньки. Я думаю, тут тупик просто будет. Обалдеть. Какая высота, смотри. Реально. Здесь просто, здесь лесенка. Да. Красота. Ну, это в основной зал, проход явно. Там что? Да, тут есть дальше проход. Давай попробуем его покорить. Опять же, с учетом ступенек это будет легко. Так. Красота. Там явно тупик, так что мы туда не полезем. Еще какой-то дегенерат, конечно, раскрасил зажигалкой. Свода пещеры. Дикой. Сейчас посмотрим, что тут. Мне кажется, тут уже все. Да, тут тупик. Разумеется, тупик. Очково одной в пещере, да? О, красота. Красота, красота. Ступеньки очень облегчают подъем и спуск. Интересное боковое ответвление. А это проход в основной зал. Сейчас туда и пройдем. Здесь вот эти органы, да? Вот типа по ним, если постучать, они это.
Ну, полые вот эти трубки. Да, и кальцит блестит. Красота. Наверное, красота. Да. Вот это, я понимаю, пещера, блин. Настоящие природные. Делавшиеся. Камень похожий на черепок или черепицу. Может, облом кувшина какого-то. Спускаюсь вниз. Ждите меня. Опа. Да, слушайте, не, ну красиво, блин, офигеть. Вот это, конечно. Я даже не ожидал, что так круто тут будет. Ух ты, как тоже утолщение такое. А вон тут отвалившийся диск, как на вчера его называли, да? Непонятный, но вон он тоже есть. Грубо говоря, рос с потолка, отвалился и опять растет. Так. Да, вот этот проход туда, второй. Можно тут тоже подняться, но не нужно. Так, что у нас дальше? Мы забрали совсем недра пещеры. Здесь есть перчатки. Да. О, курочка водопадик, а? О, какой. Здесь явно текла вода и был водопадик. Вот такой вот промытый водичкой, видишь? Вот явно следы воды водопадика. Да, ох, какие тут большие сталактиты тут тоже. Большие камни. Да, обалдеть. Это вулкан, нет? Не, не вулкан, просто натек. Ёлки. Ёлки. Да, обалдеть. Красотища, лепотища. Ох ты, ёлки. Да, красота. Что тут скажешь? Аккуратно, тут очень скользко. Очень красиво, но и очень скользко. Да, пещера все глубже и глубже уходит. Водная. Реально не маленькая. Какие здесь проходы? На телке. Так, конечно. С другой стороны, по дощечке, только смотри, дощечки, они в грязи и потому немножко скользкие. Но не сильно скользкие, просто знай, что они скользкие, и все. Да. Этого уже достаточно, чтобы не подскользнуться. Так, красота. Везде можно практически в полный рост идти. Огромная пещера. Конечно, вопрос, куда делись вот эти сталактиты и сталагмиты, которые здесь висели. Кто-то их подламывал, явно уволок куда-то. Что блоков внизу-то нет. Красота. Ух ты, блин, да. Вот они, самые дебри пещеры. Тут еще проход дальше идет. Все глубже и глубже, все круче и круче. Ну, в общем, потеряться здесь действительно сложно. Один центральный проход, от него небольшие ответвления влево и вправо. Так что, по сути, конечно, карта не нужна. Это не Саблино с жемчужной пещерой. И вообще непонятно, куда и как идти. Красота. Ух ты, ёшкин кот, обалдеть. Чуть на карачках пройти, и тут опять большой зал. Да. Большие. Красота, да и только.
И стрелочки все. Ух ты. Опа, есть. В общем, наверное, конечно, имело смысл одеть резинки. Потому что я вижу. Водички немало. Ой, красота. Какая так. Да, ну вот это тупик уже. Это мы пришли к конец. Пахнет как-то тут не сильно хорошо. Так. И высота большая. Что это? Практика. Один. Группа 15. Образец. Описание. Возраст. Геологический факультет. Крымская научная база МГУ. Вот так вот. Пометили. Они дошли эту пещеру до конца. Вау. Да. Натеки обалденные. Я дошел до конца. Здесь все легко уже. Здесь вообще опасных мест нету, как бы. Здесь уже лучше, чем там. Да, да. Только вот пахнет чем-то, да? Как будто кто-то напердел. В общем, конкретно. Сероводородно, на самом деле. Да, вот видишь, вот там можно обойти. Вот этот сталактит. Обойди и возвращайся обратно. Видишь, вот оттуда выход. Значит, иди туда, обходи его, смотри, все, и возвращайся обратно. Там тупик. Ну, аккуратно прыгать в обход. Там, по этим камушкам сам смотри, как тебе. Сподручнее. Ну, вот. Там колонна, на колонне какая-то бумажка, типа геологи МГУ и так далее. Там Московского государственного университета вот здесь были. Ее оставили там. Типа как практика у них была. Это вот сероводородом, по-моему, пахнет. Самая низшая точка пещеры. Даже не знаю, насколько она ниже, но не знаю. Метров 100, наверное. 60-100. Еще пещера, в самом деле, низкая. Я отключил свой мощный факер, чтобы был элемент таинственности. Ох, какая красота. Видел бумажку, да? Угу. Ну, вот это вот, собственно, конец, видимо, пещеры, помеченный. Чего? Да. Тут вообще легче с этой стороны, чем с той. Идем спасать нашу бедную маму. Мы идем обратно, да. Понятно. Ни вперед, ни назад. Я хочу выйти из этой пещеры. Да. Она большая и страшная. Да. Красота. На жердочке, да? Да. Ну давай лапку. Пойдем, зайка, пойдем. Видите? Это я постоянно издеваюсь. Маленький шарфочек. Я просто ору, типуся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Видишь ступенечки? А? Вот иди по ступенечкам. Куда еще туда? Иди-иди. Ступеньки ты видишь? Вот по ступенечкам вверх. Туда? Туда. Да, и вот в эти пещеры, в общем, действительно может сходить каждый. Никакого спецподготовки не надо. Белок и всего остального.
Но выглядит, конечно, весьма впечатляюще. Реально глубокие пещеры, большие. Даже не ожидал, насколько они большие. Натеки. Не передаст камера такого масштаба, я боюсь, но это колоссально, колоссальная высота, огромное количество натеков здесь. Мы движемся вот уже к камню мулящихся людей. Очевидно, сейчас будет виден выход. Ух ты, сталактитик проскоцанный. Бедный, кто-то его так зафигачил камнями. Видимо, сувениры на память отковыривал. Вот это натекло. А вот эти странные, растущие во все стороны. Сталактиты и сталагмиты. Тоже. Ух ты, шкурник. Нифига себе тут. Да, далеко идущий шкурник. Не, не поедем. А дракона нет. И сундука с сокровищами тоже. Безобразие. Нас надули. А вы где? А, какие вы быстрые. Ух ты. Да. Высотень. Воды блестят. Ух ты, летучая мышка на прощание прилетела нам махнуть крылом. Хороший знак, как говорят местные спелеологи. О, это водоросли. Здесь влажно, и сюда проникает свет от входа. Так что, в общем-то, не мудрено. Выключу свет. И сниму вход. И водоросли. Красота. Круто. Реально круто. Очень понравилось. Она большая пещера. Фу. Да, папа вылез. Фу. Тепло. А ты куда залезла? Ну как, понравилась пещерка? Симпатичная. Страшная. Глубокая. Таинственная. Ну реально, глубина впечатляет. Даже не ожидаешь. Вот так вот. А ты думала, большой дракон? Ктулху. Точно. Ну что, двигаем к машине. Хватит, Стас, местных диких пещер, пойдемте в цивильные. Красную. Уже в другом месте расположены. Ну вот, мы вернулись к нашей машине, одиноко стоящей. Платочек вот так. Вот эти пещеры действительно помечены. Пирамидка эта. Вот холодная. Она действительно, наверное, самая интересная. Из диких и легкодоступных пещер здешних. В смысле, без обвязок. Выдвигаемся в сторону Красной пещеры. Будем смотреть, что там. Оборудованная пещера, но, к сожалению, летом она стоит без инструктора, потому что он уходит работать в другую. Вот третья. Нам бы, конечно, хотелось посмотреть, но, увы, ах, мы не посмотрим ее. Это вот оборудованная пещера. Готовая, но без экскурсовода. Так что вот, если есть желающие, по-моему, место вакантно. Даже пещера оборудована. Просто некому водить экскурсии. Пещера
Эмине Баир Каба. Оборудованная, красивая, но бесхозная.